Ну вот он, город Симферополь, красивейший. Река называется Славянка, впадает в верхний пруд, потом в нижний, возле радиорынка. А это вот дорога на переулок Спартака. Мостик. Все засрато. Все заросло, никто этим не занимается. Видимо, МЧСники стригут камыш, чтобы он не горел. Он здесь периодически еще и горит, его тушат. Ну, тут вот так. То есть эти бутылки здесь лежат не со вчерашнего дня. По ним видно, что они лежат здесь уже десятилетия. И там вот все в бутылках. Было бы очень замечательно, если бы городские власти обратили бы на этот объект внимания. Рек в Симферополе не так много, чтобы они были вот в таком плачевном состоянии.